Почти 158 миллионов рублей. На такую сумму выявила Счетная палата нарушений в Комитете капитального строительства области. Там была проведена проверка использования средств областного бюджета, выделенных на реконструкцию берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища, то есть участка набережной от Бабушкиного взвоза до Большой Садовой. Зафиксирован также факт ненадлежащего исполнения Градостроительного кодекса России. Участки не были своевременно оформлены, что привело к неосвоению бюджетных средств, а также к невыполнению графика работ на объекте. Напомним, совсем недавно на участке новой набережной были выявлены дефекты и недоработки. Произошел обвал асфальтового покрытия. Нарушения были выявлены и в деятельности областного Минстроя. В прошлом и позапрошлом годах ведомство несвоевременно оформило жилые помещения, предназначенные для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Здесь вина также в какой-то степени принадлежит и застройщику, сдавшему дома позже намеченного срока. По этим причинам в 2013 году были недополучены 102 квартиры, а министерство уличили в неэффективном использовании почти 55 миллионов областного бюджета.